Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой решили снять нашу обновленную коллекцию ластиков, да? Угу. Большая? Да, очень. Очень большая. На самом деле, вообще, мы в полном восторге. Думали, не уместится все на столе. Еле-еле разложили. Спасибо девчонкам всем, кто нам помогает ее собирать. Действительно, эта коллекция была бы, наверное, на 1/4 только наша, все остальное, наверное, нам подарили девчонки. Спасибо вам огромное. Ну, давайте мы посмотрим, что же у нас появилось, и вспомним, что у нас было раньше. Это, наверное, самое запрашиваемое видео. Буду вот так показывать. Сначала наборы. Сначала мы наборы все открывали, но очень неудобно хранить, и последние наборы мы уже не открывали. Ну, как не открывали? Они открытые, потому что Максимка ими играет, да? Но они все равно убраны. Да, но оно вот все теперь остается вот так. Не полностью открыто. Да. Вот единственное, мы вот этот набор выкинули заднюю часть, но сегодня решили, что сейчас выстрижем картоночку какую-нибудь цветную и сделаем все-таки подклеем. Это ластик пазл, да, из серии. Из ластик пазл. Вот они, вот такие серии есть, ластик пазл. Угу. Вот. Ну, вот этот вот отдельно, но смотрите, как подходит. Угу. А эти три вместе идут. Hello Kitty. Они такие необычные. Мне они очень понравились. Угу. Такие маленькие и милые. Да, вот такие машинки. Тоже открытые. Играем. Угу. Вот это вот классная серия. Вот новенькая машинка. Только приехала к нему. Только вчера. Да. Вот такой мотоцикл и скейтборд. И скейтборд вот такой. Вот серия с мордочками. Тут не знаешь, как показать, чтобы все уместилось. Черепашки. Да. Они у меня уже были. Да, это уже было что-то. Угу. Вот этот угол вообще, наверное, знакомый уже всем. Угу. Очень красивый. Да. Даже лупы. Лупы наши новенькие. Я не называю, от кого что приехало, потому что все в роликах уже показывала. Уже так общую благодарность девчонкам сказали. И сейчас хотим показать, именно сосредоточиться на ластиках, на нашей коллекции. Ну, вот этим вот животным надо головы вернуть. Нужно открыть и поставить. Да, вот сейчас мы Макса попросим этим заняться. И вот наша любимая серия. Ну, как любимая? Одна из любимых, у нас все любимые. На ножках. Вот Максимка часто в роликах говорит, что у него такая серия есть с ножками-ручками. Вот такие вот. Смотрите, девчонки прислали нам, три разные девочки прислали трех львят и не совпали. Молодцы, вообще так классно. И у нас теперь три разных львенка. Вот еще с четырьмя лапками такой динозаврик. Слоники, рыбки. А здесь, смотрите, интересно. Вот этот карандаш с зайчиком. И две конфетки. Ластик вот такая конфетина. И ластик вот такая конфетина. Вот. Ну, я думаю, что раз интересно мне, то интересно будет все. Ну-ка, давайте посмотрим, что у Максимки получилось. Это жирафик такой разноцветный, а это лошадка. Ага, вот такие вот милые. Ну что, смотрим дальше. Очень люблю вот эти вот набор мечей. Классные инструменты, книжка прям как настоящая. Ой, вообще биноклик. Мне вообще книжечка еще понравилась. Смайлик такой креативный, такой вот широкий, красивый. Да, кстати, прямо такой он необычный, широкий такой. Ага, такой креативный. Креативный его как-то. Так, вот тут четыре машинки класснючие. Оригами, да. Ну, или кораблики. Вот у нас двойные бабочки получились и два лебедя одинаковых. Вот тут такое вот чудо. Очень интересные вот эти вот дольки две. Ага. О, я даже не знала, что у меня такие вот дольки прикольные. Макс уже, видите, подзабыл даже. Ага. Арбузик очень классный. Вот эта улиточка, интересно, тут пластик. Вот сама улиточка. Можно из нее вытащить самого.
Да, вот. И там можно пользоваться ластиком и обратно его как бы. Стереть и убрать. Будешь пользоваться-то? Ну, нет. Очень жалко. Вот такие два яички, там цыплятки. Вот эти две машинки класснючие. А вот у нас еще двойные, даже тройной. Это вот такой пазл. Макс все спрятал. Он так разбирается. Два жука. Вот тоже в корпусах. Видите, там вот ластики, морские животные. Они... В ракушечке как будто. Они очень-очень гладкие, очень-очень приятные, да, на ощупь. Вот такие. Эти можно одевать на карандашики сверху. На карандашики еще можно вот этих одевать. Это, кажется, котики. Ой, девчонки, кто свои игрушки видит, огромнейшее вам спасибо. Вот эти два в этих, в пеналах. И там большие белые ластики. Ага. Вот тут было два набора. Один мы распечатали, второй нет. И посмотрите, не совпали. Разные наборчики оказались. Телефончик. Тоже такой вот с фруктиками набор. Это влюбленная пара Максимкина. Вот три совы. У нас сов мы любим. Вот такая вот красота. Котик. Тут котик. Так, вот этот вот тоже затесался не к себе. Вот тут он. Вот, смотрите, набор. Давайте вот этого спрячем отсюда. Угу. Вот, вот сюда. Да, как-то. Вот надо вот как-то вот сюда, Макс, да, решил. Вот. Потому что это все. Ну, а ногу тогда мы сюда положим. Ага, да. Вот такая интересная серия животных. Они все разбираются. Вот видите, какие интересные. Так, вот тоже, видите, похожие, да не одинаковые, разные. Такие вот мармеладки красивые. Да. А вот, вот мармеладки, да, вот такие есть еще. Вот еще мармеладки. Сейчас Макс еще покажет. Вот такие, как конфеты прям. Ага, так, ешь. Так бы и съел. Да. Ну, вообще, на самом деле, серия огромная. Вот такая, в общем, у нас коллекция огромная, интересная. Я не знаю, что я уже не показала, что показала. Хочется и поближе показать все. И в то же время не пропустить ничего. Потому что когда ближе показываешь, тогда что-то упускается. На мармеладке остановились. Просто у нас пришла почтальонка, и поэтому нам пришлось прерваться. Такие вот мечи классные, красивые. Да. Вот такая, в общем, сверху, если смотреть, коллекция. Хранится она у нас в 4 аж контейнерах. 2 вот этих вот пластиковых, 1 железный чемоданчик и вот такой вот, как это называется? Ну, самодельный сундучок. Сундучок, да, вот. Сундучок. Вот. Но на самом деле нужно уже вот пластиковый большой контейнер будет взять, чтобы складывать в него. И так будет удобней, да? Рад коллекции. Очень. Пополнять будешь? Да. Ты еще не все скупил, что существует? Не, еще миллионы. Еще миллионы. Ну, спасибо всем за внимание, кто был с нами, кому это было интересно. Всем пока. Спасибо всем за помощь и всем пока. Да, точно. Давайте покажу, как хранится. Все мы убрали, разобрались, все убрали с Максимкой. Вот эта бутылочка стоит на полочке рядом со шкатулочками. Очень красивенькая, она такая оригинальная. Ну, я потом на полке тоже покажу. В этом контейнере все наборы. Вот, видите, мы как сделали. Вот этот набор, который я говорила, выкинули нечаянно картонку. От шоколадки жесткую картоночку мы взяли от фирмы Vivani. И вот так вот приклеили. Теперь у нас этот набор тоже не потеряется. Будет весь в кучке. В этом контейнере мы сложили все-все животные и еда. Здесь получился практически полный. Вот этот самый неполный. В этом контейнере он самый тяжелый и самый набитый. Все плоское.
Все квадратное, плоское, то, что можно вот друг на дружку смело складывать. Ну и вот самое интересное. Ну, не самые интересные, они все у нас самые интересные. И в этом контейнере машинки, мотоциклы, вот всякие вот такие вот мечи, мячи. Ну, все такое мальчишеское. Все здесь. И вот мы собрали оригами. Хочу показать, какое чудо получилось. А то они все отдельно были. Вот такой красивый кубик. Тоже можно положить на полочку и будет смотреться очень красиво. И не скажешь, что это пластик. Вот такая красота. Ну, еще раз хочу сказать огромное спасибо за помощь всем девчонкам, кто присылал нам эти ластики. Если честно, это более 10 человек. Плюс еще нам родственники покупают, и Максимке дарят ластики. Мы сами, когда видим, покупаем. Ну, последнее время, кстати, не покупали, потому что в наших магазинах мы скупили уже все. Но когда привоз бывает, обязательно снова берем. Ну и, наверное, давайте наперед покажу, где все это хранится, потому что всегда, как я показываю какие-то коллекции, какие-то запасы, всегда возникает вопрос, где же ты это все хранишь, давай показывай. Вот. Ну и сейчас покажу Максимке на полке, как все это стоит. Давайте заодно покажу Максимкино место. Тоже спрашивают, как у Максимки стол. В общем, вот здесь стоит, уже многие видели, шкатулка с ластиками, с наборами. Вот так. Это котик из Уренгоя от Оксаночки. Это наш туалетик-копилка. Такой прикольный. Сувениры. Мне кажется, очень красиво смотрится все это. И вот от Викули Михайловой киска. И школьная у него. Ну, папка такая, стоячая с тетрадями. Скоро будет забитая. Тут у него копилка пойдет тратить скоро. Такая полка тоже. Это ему Оксана присылала, Александрова котика. Вот так. Ну и вот у него такой вот стеллаж. Там наверху, в самом верху, если вот это мои пустые баночки так высоко копятся. Это его тоже все с камнями, с шишками, с киндерами контейнеры, чтобы было как-то все в кучке. Такая полочка у него с машинками, он ее любит. Вот полка с ластиками. Вот два контейнера с ластиками. Тут его набор археолога. Вот эта папка с ластиками. Ну, как называется, чемоданчик. Его часики. Любимые его киски. Вон там еще одна киска. Открыточки. Вот, так. Следующая полка у него тут с парфюмами. Я купила под карандаши, а сложили парфюмы. Это у него разбирается штучка. Становится роботом. Или вот такой вот. Ну, статуэточка, его телефон, еще какая-то статуэтка. Это его тоже последняя покупка была. Как это называется-то? В общем, видеокамера. Вот. Ну, и там конфетница его. Ну, последняя полка менее интересная. Тут сумки, машинка на пульте управления там вдали стоит. Наушники и библиотечные книги. Вот такой вот стол. Ну, соответственно, в ящиках уже в нижних все школьное, а в этом ящике у него тоже всякая мелочевка, то, что нужно под рукой. Вот этот контейнер тоже Максимкин. Там у него тоже всякие интересности мальчишеские. Верхний ящик у него самый интересный. У него там очень много всяких вещей, таких приколов. Вот. Ну, вот такой, в общем, у него уголок. Если кому-то интересно, просто Максимка интересуется многие и постоянно задают вопросы, куда Максимка все складирует. Ну, регулярно разбираемся, размусориваем и выкидываем то, что уже становится ненужным. Ну, теперь, надеюсь, все показала и ластики, и где хранятся, и как хранятся. Спасибо всем за внимание, ну и теперь всем пока!